Всем привет! Поступил вопрос, сколько весит Windows 10 после установки. Давайте посмотрим. Откроем локальный диск C и кликнем на папочку Windows. Нажимаем «Свойства» и идет подсчет. Давайте посмотрим, сколько в итоге у меня весит Windows 10. Ну, у всех может быть по-разному. Так. 31 гигабайт весит диск, весит Windows 10 после установки. Ну, там плюс-минус. В общем, такой размер.